Друзья, всем огромный привет! Сегодня сделаем отличную идею для ручного лобзика, в моем случае это аккумуляторный. Сделаем отличное приспособление, которое сможет сделать каждый. И если вам будет интересно, давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Нам понадобится кусочек ламината. Вытаскиваем. Отрезал я два одинаковых кусочка. Теперь устанавливаем примерно по центру. Ну, надо будет, конечно, выровняться за счет угольничка. Теперь при помощи ступенчатого сверла сделаем сквозное отверстие. Теперь буквально ступаем 5 сантиметров. Снимаем подошву, берем наш второй кусочек, выставляем его. За кадром вырезал. Лобзик у нас становится плотненько. Берем суперклей и наносим его. Теперь все это подгоняем, сразу стараемся максимально ровно поставить. Оставляем это подсохнуть все. Заготовочка наша высохла, я уже ее подторцевал. Сейчас сделаем в четырех углах отверстия, но не сквозные. Берем опять же суперклей. Берем неодимовые магниты, маленькие. Это десяточка. Теперь наша подошва вообще будет держаться крепко. Она и так плотно заходила за счет магнитов и металлического основания. Вообще вот. О, то есть, класс. Пока отбираем сторонку. Берем вот такой вот у меня обрезок от старой пилы. Сталь миллиметровочка. Тут, наверное, чуть побольше. Отрежем 40 миллиметров. На выходе получаем вот такой плавничок, четко под 90 градусов. Мы вот так вот его устанавливать. Все это будем фиксировать под 90 градусов. На суперклей капнем. Проверяем еще раз, чтобы все было четко под 90 градусов. Все есть. Теперь можно... Ох ты ж, как жестко. Вот так вот. И с этой стороны также на суперклей все хорошенечко проклеиваем. Проверяем еще раз на 90 градусов. Все четко. Так тоже все четко. Все у нас выставлено, все четко горизонтально. Давайте вот прям на дубе сейчас попробуем. Ровный спильчик. Без завалов, без ничего.
То есть все четенький, ровненький спил. Итак, 90 градусов. Ничего не завалено. Можно взять теперь какую-нибудь направляющую, выставить, сколько нам там нужно. И вот так вот можно по ней прям пилить. Поставили сколько мы, столько везде и есть. Все одинаково. Если надо что-то другое, там мешается, сняли и ход убрали в стороночку. Надо, всегда можно установить легко и быстро. То есть делается просто, быстро. Надеюсь, пригодится. Друзья, так что у нас получилось вот такая вот направляющая. Блин, снимается, правда, жестко, сидит прочно. Из остатков, из отходов. За счет плавничка у нас полотно не гуляет никуда в сторону, то есть мы ведем по срезу. Как у нас стоит этот плавничок, так мы и ведем срез. То есть по 90 градусов мы выставим, четко 90 градусов у нас и будет. То есть у нас получается, как у нас плавник вот так вот ложится, за счет этого он придает жесткости, и полотно не убегает, ему некуда сдавить. То есть мы ведем полотном. Полотно у нас пилит, а плавничок у нас идет как направляющая. Все четко. То есть, вот, как видите, вот он, срезик ровненький. Ничего. Прям идеально. Делается легко и быстро. Магниты можно не обязательно делать. Это я уже просто для более уверенности своей так сделал. Так он очень плотный так становится. Еще раз повторюсь, быстро, доступно, прочно. Если понравился ролик, палец вверх, пишите ваше мнение. Вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.